Мир всем. Сегодня у нас день пошел не по плану. Сегодня нам подвезло очень крупно. Наш сосед, папа, решил провести ревизию со своей черемухой. Вот. И ну, кое-где там укоротить, где ветки мешают. И, соответственно, все эти хорошие ветки с хорошей черемухой достались нам в ограду. Вот, поэтому мы тут всей нашей командой дружно быстренько начали все это обдирать. В общем, будем тут получать двойную, тройную пользу. Во-первых, черемуху мы соберем, а потом эти веточки отдадим козам. Они очень любят веточки, листики, где-то ягодки тоже с удовольствием покушают. А черемуху мы используем на компот, очень даже вкусно. Еще ее можно засушить, разложить куда-то разложить где-то в теплое место. Потом эти ягодки высохнут, и можно вполне себе запаривать, ну, добавлять чай кипяточком зимой. Заварил, настоял, очень вкусный, насыщенный вкус. Еще я сушеную черемуху добавляю в березовый сок весной, когда консервирую. Вот, получается очень красивый цвет и очень насыщенный черемуховый вкус. Раньше, помню, с черемухи делали даже варенье. Вот. Ну, делали простым таким грубым способом. Ее перемалывали на мясорубке. Соответственно, там много вот этих костей перемолотых. Как бы их ты отделяешь, вот. Ну и варенье съедаешь, что ли. Вот. Было такое. Сейчас мы это так не делаем. Мы просто делаем компот. Компот очень вкусный. Тоже получается, я говорю, цвет и, ну, и вкус такой очень насыщенный прям. Вот, поэтому сегодня, ну, бывает такое, что когда планы нарушаются из-за каких-то вот таких событий нужных, потому что то ли дело лезть куда-то, то ли вот оно уже здесь, и тем более оно все это пропадет. Вот, потому что эти ветки их отпилили, выкинули. Вот, соответственно, у нас есть хорошая возможность все это дело применить в пользу. Вот. Черемуха, она именно вот эта вот не шибко мелкая, ну, там таких средних, даже вот тут у крупненькие есть ягодки. Вот, и очень сладкая. На вкус прям прекрасно. Возможно, она уже набрала там сахара, сока и так далее. Вот. Сейчас конец июля. Сегодня последний день июля, поэтому она уже готова вполне. Где-то черемуха уже засыхает, ну, в смысле ягодки, все уже сморщивается и как бы пропадает. Вот. Ну, все это для птичек, конечно, птички подберут, ничего не пропадет зимой. Так что пользуйтесь моментом, когда есть такие случаи, обязательно не упускайте их. Как говорит пословица, день год кормит. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.